Дорогі брати і сестри, я дуже радий бути сьогодні зранку у вас. Служіння це мій перший раз. Я вдячний пастору за таку можливість звертатись словом. Ви знаєте, я навіть і не очікував, коли мене запросили до вас у семінарію, і не очікував, що у вас можна проповідати на українській мові. І навіть і не готувався. Я вже давно не проповідував на українській мові, тому що там в Ванкувері, де я несу служіння. У нас служіння проходять на російській. Але я родом з Вінниці. Звуть мене, як же ви чули, Павло. А я служитель там був на Україні останніх п'ять років свого життя на батьківщині. Я жив в Києві, вчився в Київській боссловській семінарії на горлівській, 75, Якщо знаєте, це Баптиська семінарія, центральна семінарія нашого братства. А в Ванкувері я живу з кінця 2003 року і Там несу служіння. Також закінчив їхню тут семінарію южних баптистів, колись вона називалась Golden Gate Baptist Theological Seminary. Ми забрали слово Baptist. Зараз є просто Golden Gate Seminary. І вчаться у нас всі конфесії зараз, всі, хто шукає Господа і хоче вивчати його слово. Напротязі останніх трьох днів я з деякими з ваших сестер і братів спілкувався, і ми проходили Євангелія від Івана три дні, читали, досліджували, занурювали слово Боже. Але сьогодні я хотів би звернутися до церкви, тому що моє серце також болить. І я думаю, всі наші думки, подуми зараз там на батьківщині. Тому що як вже і перший брат сказав, і другий, тому що коли горе, коли біда, якщо ми люди, якщо ми людяні, ми не можемо не співчувати. Це, це гарна риса людини співчувати, коли хтось в горі. Я згадую, коли Іона сказав на кораблі, що ви знаєте, це все через мене. Якщо ви мене викинете, це все скінчиться. Більше нічого не буде, море втихне. Все, що вам треба зробити, просто викиньте мене і ця проблема буде вирішена. Скажіть, що робили люди там, на човні? Що вони робили на човні? Вони взяли і викинули його. Написано: вони усилено на началі грісті. Зі всієї сили вони хотіли якось на людському рівні допомогти йому, тому що є співчуття, тому що ми співчуваємо, коли бачимо гори. Це тільки не люди, які бачать гори, підтримують вбивство і підтримують кровопролиття. Там нема нічого людського, там немає совісті і там нема серця, коли підтримується кровополиття. Тому дійсно, коли ми люди, ми співчуваємо, ми переживаємо, ми також молимося, ми жертвуємо і приймаємо участь в цьому. І також наша група, як було сказано, приїхала з Польщі. Багато горя, брати і сестри, дуже багато горя, яке спіткало нашу батьківщину. Але ми повинні залишатись вірними Господу, вірити, що Господь це все знає. Господь знає і Він попіклується. Наша задача як християн стояти сьогодні в проломі, у молитві і просити в Бога прощення і благословіння. Так робили герої, про яких ми читаємо на сторінках Святого Письма. Сьогодні я хотів би прочитати, і потім будемо мати загальну молитву, це декілька віршів з книги пророка Амоса. Я буду читати цінодального перекладу, перейду на російську мову, якщо є можливість вас відкрити разом зі мною, це сьомий розділ і восьмий, декілька віршів з цих двох розділів ми пороздумуємо і будемо молитися. Написані такі слова. Амос пише. Такое відіння відкрив мне Господь Бог. От Он создал саранчу в начале произрастания поздней трави. І це була трава после царского покоса. И было, когда она окончила есть траву на земле, я сказал, Господи Боже, пощади, как устоит Иаков, он очень мал. И пожалел Господь о том, не будет всего, сказал Господь. И такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Господь Бог произвел для суда огонь. И Он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли. И я сказал, Господи Боже, останови! Как устоит Иаков, он очень мал. И пожалел Господь о том. И этого не будет, сказал Господь Бог. И такое видение открыл Он мне. Вот Господь стоял на ответственной стене, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал мне, Господь, что ты видишь, Амос? Я ответил, отвес. И Господь сказал, вот положу ответ среди народа Моего Израиля, не буду более прощать ему. И опостошены будут жертвенные высоты Исааковы, и разрушены будут свящилища Израилевы, и восстанут с мечом против дома Иравама. И восьмая глава. И такое видение открыл мне Господь Бог. Вот корзина со спелыми плодами, и сказал он, что ты видишь, Амос? Я ответил, корзину со спелыми плодами. Тогда Господь сказал мне, приспел конец народу моему Израилю, не буду более прощать ему. В прочитанном на отрывке происходит интересный и увлекательный диалог между пророком израильским Амосом, интересным пророком, повлиявшим на пророческую традицию Израиля того времени, и с Богом Яхвы. И мы видим, что он имел смелость обращаться к Богу Яхвы и просить его за свой народ. Вы знаете, Амос жил в интересное время тогда в Израиле. Время было, можно сказать, с одной стороны, и хорошее, с экономической точки зрения, с с точки зрения бизнеса, процветания, но с другой точки зрения, с точки зрения духовной, это было тяжелое время запустения, духовного запустения народа Божьего Израиля. Он пророчествовал, когда мы читаем историю, его имя, интересно еще и само имя, игра слов здесь в тексте Библии, амос переносится как бремя, и, возможно, это то бремя пророческого служения, бремя провозглашать истину, бремя проповедовать о Боге, когда никто не хочет слушать. Когда народ отошел от Бога, это бремя быть голосом истины, глазом правды в обществе, в котором мы живем. Он пророчествовал во времена двух царей. Мы знаем, что царства были уже разделены. Израильское царство тогда было Иеровам. Второй правил, это где-то 780-е годы до Рождества Христа и царя Озии, царя Иудейского, он тоже правил в 767 до 740 х годов. Богословы считают, что Амос пророчествовал именно где-то в этот период 760 -го года до пришествия Иисуса Христа. Время было интересно. Тогда израильский народ и его экономика, бизнес процветали. Так случилось, что ассирийский царь Ададнирари в 804 году Напал на главного врага Израиля, Сирии, главный враг, который постоянно досаждал Израилю, был разрушен. На Израиль больше ни, ни, никаких нападений со стороны Сирии с севера не было. А Сирия покорила этот народ, Израиль успокоился, начал отстраивать свою территорию, начал заключать контракты, бизнес, пошла торговля. И само царство Сирии тоже из-за борьбы, из-за войны тоже занепал. Получился упадок и там. И это позволило Ираму II так удачно повести народ свой и экономику Израиля, что он даже смог расширить пределы Израильского царства до тех границ, которые имел сам великий царь Соломон. Прекрасный рост контролировал все торговые пути через Палестину, между Египтом и, 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 и дальше выше, туда, с, греческим, с греческими землями империи. Все деньги, которые шли с севера на юг, проходили через Израиль. Это были и налоги, как мы знаем, государство любит таксы, и они за счет этого живут. И он наполнял карман, казны Израиля огромными барышами. И можно было бы сказать. Ешь душа, пей и веселись. Что еще нужно? Огромные деньги, богатство, расширенная территория, все есть. Но знаете, как обычно говорят, аппетит приходит во время еды. Оказалось, мало и богатые элиты, высокие классы израильского народа решили, что надо бы еще больше, еще больше денег собрать. И начали угнетать бедные классы населения, начали отбирать у них хлеб. И вот Бог поднял Амоса. Амос не был религиозным лидером, он не был фарисеем, он не был священником или первосвященником. Это был такой простой человек, как вы и я. Обычный рабочий, он был обычный пастух, он не был из пророческой семьи, но Господь вывел его из народа, призвал его, чтобы он начал проповедовать об истине и об заблуждении народа Божьего Израиля. Он первый, кто начал проповедовать и обличать эту несправедливость. Его пророчество, когда вы будете читать, очень много есть критики вот этой социальной несправедливости, когда богатые обогащались за счет бедных, и он критиковал это. Он призывал покаяться, призывал вернуться в отношения завета. Вот несколько вот таких штришков, чтобы вы видели, как интересно бог влаживал в его уста вот этот призыв к покаянию он говорил так например 5 глава 11 стих говорит за то что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом забираете хлеб у него вы построите дома из тесанных камней но жить в них не будете разведете прекрасные виноградники а вино из него пить не будете в другой главе ниже, в шестой, главе 6 стих, он говорит, пьете чаш вино, мажетесь наилучшими мастями, а не переживаете, не заботитесь о бедствии Израиля. И он критиковал, критиковал народ Божий, чтобы в народе, как мы сегодня слышали, присутствовала Божья любовь чтобы богатые заботились о бедных, чтобы бедные молились о состоянии благосостоянии богатых. Тогда в народе, когда присутствует любовь, тогда и приходит Божье благословение. Он много проповедовал о Боге, когда мы читаем его пророчество, он был ярым защитником монотеизма, проповедовал о Боге Яхве, пророчествовал об этом, он боролся за распространение идолопоклонства в Израиле, потому что оно Несколько поколений процветало в истории Иерусалима, истории Израиля, когда народ Божий уклонялся от следования Яхвы. Мы читаем, что он тоже очень много проповедовал о милосердии, и он много проповедовал о справедливости, человечности, о чем я говорил в начале, потому что он считал человечность, людянисть по-украински, он считал человечность даже более важным, поклонением Богу, чем просто следование определенной религии, обычной признанным религиозным каким-то установлением. Он говорил, для Бога человечность важнее, чем приношение жертвы. Для Него важнее, чем просто прийти в храм и по полочкам сделать все, что сказал закон Моисею. Не это важно для Бога, важно сердце твое. Есть ли в твоем сердце любовь? Насколько ты человечен, насколько ты переживаешь о народе Божьем? Насколько народ Божий имеет в твоем сердце место, в твоих молитвах. Как часто ты о нем вспоминаешь, когда ты не видишь, когда ты, может быть, там за пределами церкви, за пределами Дома Божьего. Переживаешь ли ты так о народе Божьем? Это была его проповедь. Он постоянно об этом проповедовал. Что интересно для богословов, интересно заметить, что Амос был первым пророком, послушайте, первым пророком, который правильно понял избранность Израиля. Он понимал избрание Израиля как величайшую ответственность быть проповедником Божьего Слова и чудес Божьих среди тех народов, куда Господь их поселил. Многие евреи считали себя избранными, это избранный народ. Бог, Он наш Бог. Мы не будем Его делить ни с кем. Благословение Божье только для нас. Все для нас. Мы особенный народ. Амос первый, кто начал менять фокусировку самого себя на народы, которые окружали Израиль. Это он начал проповедовать, и он очень сильно повлиял на пророчество Исаии и пророчество Михея, потому что они были под влиянием пророчества Моса, маленького скромного пастуха, который повлиял на больших пророков Израиля. И они увидели особенность избрания Израиля, что Израиль должен проповедовать, должен стоять в проломе за все народы, Потому что еще в 12 книге Бытие Господь через Авраама сказал, я все народы приведу к себе, и у тебя будет особенная миссия, именно ты через свою проповедь приведешь народы к поклонению истинному Богу Ях. И вот мы читаем в 7 главе интересный диалог. Из-за того, что процветал грех в Израиле, роскошь, изящество, при избыток народ забыл о Боге, отошел от заветных отношений, предался идолопоклонству, и Господь в своем сердце решил наказать Божий народ. Это был его план. Он взял этого пастуха Амоса и говорит ему, я открою, дам тебе откровение, в видениях я покажу, что я хочу сделать, как я хочу наказать мой народ. Потому что народ отступил от меня. И я хочу вернуть его. Иногда Бог дисциплинирует, возвращает нас к поклонению Ему, возвращает в заветные отношения. И он Амосу показывает два видения в начале. И говорит, вот что будет с моим народом. И мы читали первое, он говорит о том, что будет нашествие саранчи на Израиль. Израиль – это аграрная страна, и во многом его благосостояние зависит от урожая. Да, у них есть урожай три раза в году. Кто был в Израиле, знает огромный урожай, но если нет урожая, Израиль не может выжить. Это аграрная страна. И вот Господь показывает ему, что будет огромное нашествие саранчи. И вот это саранча, что интересно, в тексте написано, что он видел, что саранча начала, появилась тогда, когда было, как называется, поздний покос, потому что ранний покос или первый покос – это когда народ собирал урожай на пользу царя. Это как налоги. Все, что собиралось, отдавалось царю, а поздний покос – это тот покос, из которого народ израильский мог существовать, мог собирать да, в свои житницы и мог жить. И он ему показывает, что когда был собран покос для царя, и начался покос для народа израильского, для всех людей, было нашествие саранчи, она практически поела все, написано, и окончила есть траву на земле. И когда Амос это увидел, он ужаснулся, он понял, что если это случится, Израиль не выживет. Он говорит, Господи, не допусти этого, останови свой суд, потому что Израиль мал, Яков мал. Если у него не будет урожая, никто не выживет. Ни одно дитя никто не выживет. Господи, если можно, останови, прости. И Господь услышал вот эту ходатайственную молитву Амоса. Он говорит, хорошо, по твоей ходатайственной молитве я говорю, не будет этого, я отменяю свой суд. И Господь отменил свой суд. Второе видение. Опять мы называем это, может, огненный суд, Господь опять показывает ему видение, и Он говорит: И видел я. Вот Господь произвел для суда огонь, и Он пожал великую пучину, пожал и часть земли. Пучина, слово еврейское, интересно, Тахом, оно появляется и в книге Бытие, кто знает, изучает иврит, там тоже, когда. Вначале сотворил Бог небо и землю, написано «Дух Божий, Он носился над бездную». Тьма была над бездную, и Дух Божий носился над водою. Тахом переводится иногда как «бездна» или «океан», «пучина». Интересно, о чем здесь говорит Амос? О какой пучине, что огонь поразил землю и пучину? Пучину, интересно, да, написано, он поразил пучину великую. Многие теологи рассуждают об этом, что имел в виду Амос, и пришли к выводу такому, что, возможно, он имел в виду время огромной засухи. Это часто в Израиле случается. Такой засухи, которая сожгла все живое, весь урожай и даже источники вод. Вот эта пучина морская, вот эти воды, которые утоляют жажду Израиля, потому что Израиль берет из источников воду для существования. Такая огромная жара, такая активность солнца, что иссохли источники. Когда Амос понял, о чем говорит Бог, он понял, что без воды Израиль долго не проживет. Человек не может жить без воды. Человек может прожить без еды какое-то время. Без воды человек не может жить. И он опять в ходатайственной молитве падает пред Богом и говорит, Господи, если ты допустишь такое, Израиль не выживи, потому что Яков мал, никто не спасется. Прости, не допусти этого. И мы видим второй раз. Второй раз Господь меняет свои планы. Он спланировал это, это было в его воле, он открывал волю пророку. И Господь второй раз говорит, хорошо, пророк, и этого не будет. Вы знаете, ходатайственная молитва имеет огромную силу. Огромную силу. И то, что сегодня церковь делает, то, что мы в ходатайственных молитвах сегодня приносим нашу родину, нашу батькивщину, я много слышал свидетельств от наших братьев из Винницы, из Киева. Снаряды попадают вот в одно пастора дом. Прямо во двор упал снаряд и не, разво... и не взорвался, не разорвался. Просто снаряд упал. Лежит, как реликвия. Солдаты пришли, забрали его, подорвали в другом месте в поле. Многие говорят, пули свистят и пролетают мимо. А у одного человека капюшон немножко был, оттопырился, и стреляли ему в голову, и думали, что если капюшон на голове, то где-то голова здесь, а у него капюшон был чуть выше, и пуля пролетела ровно над головой и не убила. Его. И он говорит, я чувствовал молитву. Я чувствую, что что-то происходит. Какая-то сверхъестественная сила защищает. Потому что Бог слышит ходатайственные молитвы за свой народ. Поэтому я хочу ободрить вас, не переставайте молиться. Ходатайственная молитва слышима Богом. Бог слышит эту молитву. Так молились герои Библии. Мы когда читаем Ветхий Завет, Моисей очень часто прибегал к, этому, к этой разновидности молитвы. Он очень часто использовал молитву ходатая, ходатайственную молитву. Мы так ее называем. Вспомните, когда Израиль не видя лидера своего, потому что он задержался на горе, сына они вылили золотого тельца и начали поклоняться. И Господь говорит, сойди, посмотри, что твой народ делает. Отойди от него, я поражу его, я уничтожу его. Я из тебя произведу другой народ. Что делает Моисей? Он в молитве ходатайственной заступается за народ. И он просит, написано такие слова – мы будем заканчивать, 32 глава написано. сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, и вот народ он жестоковый, но и так оставь меня, я да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей написано, стал умолять. Это особенная молитва, моление с добавочным весом. Он стал умолять и сказал, да не воспламеняется Господи гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великую и рукой крепкую, чтобы египтяне не говорили на погибель, он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака, Израиля, рабов твоих, которым ты клялся собою, говоря, умножай, умножу семя ваше, как звезды небесные». И всю землю, о которой я сказал, дам семени вашему и будут владеть вечно. И написано, и отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. Вы знаете, Бог иногда может отменять свои решения. От чего это зависит? От чего зависит изменение Божьих решений? От молитвы церкви. Когда церковь молится, у нас есть эта власть взывать Ава Отче. Слава Иисусу! У нас есть эта власть, Он нам ее дал. И Он слышит молитвы церкви. Когда молитва церкви звучит, заступническая молитва, молитва ходатайственная, Он, он слышит. Но когда народ Божий, эта история заканчивается так, но когда народ Божий молчит, когда народ Божий не кается, когда народ Божий не осознает, в каком опасном положении он находится, в положении безразличия, когда основным для него является обогащение финансовое, просто успех, карьера, что-то мирское, то, что не важно в глазах Бога. Когда мы увлечены этим, когда каждый день, 24 часа в сутки, мы думаем, как бы развить бизнес, как бы быть успешным, что-то приобрести, как-то вырваться повыше, туда подальше, залезть. И забываем о Писании, забываем о церкви, о служении. Господь стучит. Он иногда отменяет свои решения. Но приходит момент, когда Господь говорит, я решил, я решил исправить эту ситуацию. Будет больно, но я как отец любящий, я не могу позволить своим детям уходить далеко от меня. И он Амосу показывает третье видение. Бог стоит с отвесом. Мы знаем, кто на стройке, строители. Да? Это тогда, когда мы отмеряем. И Бог говорит, я уже отмерил Амосу. Больше не проси меня. Я два раза послушался тебя. Я два раза услышал твою молитву но сейчас я не буду больше прощать. Потому что народ не кается, народ не возвращается в заветные отношения. Пришло время суда, я отмерил, и я провел черту. Начинается суд Божий. И это так же само перекликается со вторым отрывком, который мы прочитали из книги, из восьмой главы, когда он ему показал корзину спелых плодов, и он сказал, что ты видишь? И Амос говорит, я вижу, я вижу корзину спелых плодов. Яхве говорит, созрел народ мой для суда, и он больше не прощал. Для нас это и предостережение, и предупреждение, и ободрение, чтобы мы понимали, Господь милующий, Он слышит ходатайственные молитвы, Он преклоняет ухо к нашей молитве, но если мы, как народ Божий, отходим от Него, когда мы увлекаемся сами собой, когда мы увлекаемся этим миром и выходим за рамки заветных отношений, Господь может позволить пролиться его суду. Господь может позволить его исправлению войти в нашу жизнь. И тогда мы будем плакать. И тогда будет больно потому что мы не раскаялись, потому что мы не обратили внимания на голос его пророчества. А Господь сегодня обращается и через проповедника, и через песнопение. Обращается, мы слышим его голос. Если ты, дорогой друг, сегодня находишься в опасном состоянии, может быть над твоей судьбой, над твоей семьей, над твоей жизнью висит этот свинцовый ответ. Обратись к Господу. Не заставляй Бога запускать процесс этого суда и дисциплины. Когда Ниемия молился Богу, мы сейчас будем молиться, мне очень интересна книга Ниеми. Ниемия не был участником событий, которые привели к пленению Божьего народа. Он родился в, судах, он, в Сузах, он, он, не был тем, э, человеком из-за грехов которого Господь допустил суд народа Божьего. Но когда Он молился в первой главе, если откроете Ниемию, Он не отделял себя от судьбы своего народа. Когда мы читаем о Ниеме, Он говорил Господу Господи, смотрите, Он так говорит: Господи исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы, пред тобою согрешили и я, и дом отца моего. Вы могли сказать, Неемия, тебя тогда не было. Как ты мог согрешить? В чем твоя вина? Ты просто потомок израильский, народ, который оставил Бога. Ты не был в то время, ты не можешь себя причислять к виновным. Ты не грешил в то время но он считал себя детем своего народа. И он молился за свой народ. Он не отделял свою судьбу от судьбы своего народа. И он говорил, Господи, если мой народ согрешил, прости меня и я, и я тоже, часть этого народа, прости меня. И пусть Твоя милость и Твое благословение будет над нашим народом и над мной тоже. Поэтому сегодня я хочу, чтобы мы в ходатайственных молитвах принесли свои семьи, принесли свои церкви, где Господь дает нам возможность слышать голос пророчества Его и молиться за наш народ. То ли тот, кто живет на Украине, то ли диаспора, потому что сегодня наших людей очень много и в Германии, и в Польше, и в Британии, и здесь, в Америке, чтобы Господь смиловался и услышал нашу ходатайственную молитву и принес на Украину мир. И принес благословение, помиловал наш народ. Во имя Христа будем молиться. Аминь.